За перевод благодарим фансаб-группу «Бодилиум». Озвучил Кайл. Run BTS. Эпизод 117. Для Run BTS на этой неделе у нас будет особая командная работа. Нам можно не проходить все миссии? Нет, думаю, мы сделаем все 16. Вперед! Убедитесь, что вы назначили встречу вечером. Тэхён, иди сюда, давай поиграем. Это бесплатно? Майк дроп. Большой теннис. Здесь бронзовый призер. У нас тут бронзовый призер. Быстрее. Мы все хорошо поработали, это была полностью моя вина. Хорошая работа. Это была моя вина. Вторая часть истории начинается прямо сейчас. А перед началом ролика я бы хотел порекомендовать вам сайт Case Place, онлайн-магазин чехлов и аксессуаров. Здесь вы можете заказать чехлы на более чем 550 моделей устройств. От вселенной Marvel до кей-попа. Выбирайте понравившийся чехол и оформляйте заказ. Если же вы хотите что-то оригинальное, можете воспользоваться конструктором чехлов. Выбирайте именной чехол или чехол с фото. Выбирайте модель телефона. Какой хотите чехол, загружайте свое фото. Можете расположить фотку как хотите. Добавляем всякие приколюхи. И оформляем заказ. Проходите стандартную регистрацию. Самое классное, что доставляет куда угодно. И небольшой подарок моим подписчикам. Скидка 200 рублей с промокодом KYLE1. Мой чехол доставили всего за неделю, и спустя несколько месяцев он в идеальном состоянии. Ссылка на сайт и промокод в описании. Я выберу что-нибудь невероятное. Я выберу что-нибудь хорошее. Мы верим в тебя, Джин. Поверьте в меня, за наш быстрый конец мы были так близки к победе. С теннисом. Мы проиграли, но хорошо сражались. Что это? Игра в угадайку. Где ты суешь руку? Что это? Что это за игра? 5 мемберов читают текст и танцуют хореографию. Тот, у кого завязаны глаза, должен угадывать песню только прикосновением. Один мембер будет руководить безопасностью. Это так тяжело! Это очень трудно! Простите, ребят! Я думаю, что Тэхён должен догадаться. Тэхён? Потому что хореографию он больше всех помнит. 5 мемберов. Окей, похоже, это будет тяжело. Мы должны разделить движение. Нужно все хорошо спланировать. Чонгука! Отвечает. У нас Ви. Я буду телохранителем. Окей, Шуга. Поза у остальных. Ты уверен? Я буду плыть по течению. Думаю, мы должны разделить движение. Дайте нам повязку. Я ничего не вижу. Если готово, давайте прокричим вперед и начнем. Готовы? Поехали. Как только Ви коснется кого-нибудь, мы запустим таймер. Да, окей. Я очень постараюсь. Мы больше ничего не можем сделать. Может, разойдемся? Ничего, если мы сделаем те же движения. Мы можем это сделать, ребята. Давайте верить друг в друга. Мы должны использовать нашу командную работу. Немногие знают об этом, но мы танцевальная группа. Немногие знают об этом? Слова из Boy With Love. Это слишком тяжело. Нет, мы справимся. Держу пари, он легко догадается. Давайте. Есть очередь? Нет, поэтому ты... Это странно. Сюда. Не двигайся. Все, что ему нужно сделать, это прикоснуться слегка. Это правда странно. Эй, это та самая часть? Это комби My Teacher? Нет никакой очереди. Все одновременно приняли одну и ту же позу. Это комби My Teacher. Это моя часть. Мы все делаем разные позы. Боже, ну разве не странно? Это не сложно, Тэхён. Не сложно. Это очередь? Нет никакого порядка. Нет, мы все делали разные позы, которые приходили нам в голову. Мы все делали разные позы. Следующий. Это, наверное, Хасок. Вау, ты знаешь, кто это, просто трогая? Просто прикосновением. Вау, это впечатляет. Мы не просто так стали мемберами. Следующий. Это трудно. Это слишком тяжело. Осталось 25 секунд. Не трогай меня. Джин не понял задание. Похоже на Danger.
Он еще не определился с ответом, он еще не решил. Не он. Вы делаете это прямо сейчас. Похоже, что... Конец! Пожалуйста, скажи свой ответ на счет три. Тэхёна! Не торопись. Это так близко. Ты можешь подумать еще немного, прежде чем ответить. Думаю, это Дэнджер. Но скорее я ошибаюсь. Он не знал, что это его часть. О, это была моя часть. Это часть. Я тоже так сделал. Я бы смог догадаться, если бы дотронулся до плеч. Я подумал, что это было. Я хочу знать, как прошел ваш день. В этот раз я хочу попробовать. В этот раз Чонгук угадает. Где перед? Вперед! Что? Айдол. Это тяжело. Можно? Как ты все правильно понял? Как ты? Ты сможешь. Да, ты правда сможешь. Не это. Это очень сложно. Он не догадается, эта игра неправильная. Согласен, я думаю, что игра неправильная. Эта игра сделана, чтобы заставить нас сыграть еще один раунд. Они говорят нам сыграть еще один раунд. Это... Насколько я понимаю, Чонгук сможет дать ответ. Он не может. Если он это сделает, то я дойду до босса. Следи за тем, что говоришь. Он так и сказал. Тебе нужно следить за тем, что ты говоришь. Осталось 20 секунд. Все одинаковые. Движения похожи. Почему я делаю такую позу? Я не знаю. Я сделал это. Я... Да. Думаю, есть места, которые ты не почувствовал. Чонгук. Да, точно. Довольно. Почувствуй больше. Еще немного. Время вышло. Зачем ты это делаешь? Чонгук, вставай. Конец? Он даже не прикоснулся к Джину. Не слишком ли это подозрительно для меня? Трудно. Подождите, что это может быть? Я же говорил, это слишком сложно. Один. Два. Три. Айдол? Если он это сделает, то я дойду до босса. Обалдеть! Как ты узнал? Джин, иди сюда! Джин, пожалуйста, подойди сюда. Мне нужно получить босса? Да. Вот почему нужно следить за тем, что он говорит. Большое спасибо! Как ты узнал? Я подумал об этом. О, это часть. Да? Почему я подумал, что это айдол? Вот эта часть. Я думал не об этом. Вы, ребята, продолжайте, я буду играть в игру. Но мы все правильно поняли. Хорошо, между Go-Go... Я перепутал песню с Go-Go. Хорошая работа. У тебя и правда есть предчувствие. Что теперь, еще один вызов? Давай ты. Подождите. Да кто угодно. Я понял, что это заглавные песни. Ребята, поторопитесь. Джин, будешь моим телохранителем? Да. С людьми, у которых в основе точные позы. Подойди немного вперед, Джей Хоп. А потом... Быстрее, поторопитесь. Я начну. У меня там игра. Джин сказал одну вещь неправильно. И теперь ему нужно закончить игру. Я начну. Это тяжело. Вызов принят. Файр. Ты можешь отгадать. Это хобби, да? Подождите. Почему это отличается? Почему все позы разные? Зачем он это делает сейчас? Что это? По сути, это... Немного похоже на это, не так ли? Посмотри на ноги. Что это? Для нас это тоже загадка. Я думаю, ты неправильно понял. Кто самый точный? Пожалуйста, приведите меня туда, скорее. Я думаю, что это Чимин. Да, Чимина. Еще раз. Нет, это немного... Поза немного... Окей, Шуга понял, он в деле. Он угадал, верно? Как ты понял? Вот это. Лицом на одну сторону и жесты. Жесты и это. Нам нужно отгадать только еще одну песню, верно? Подождите, ребята, смотрите. Чонгук, что это было? Но нужно было, чтобы позы совпадали со словами. Это? Но потом, после того, как я это сделал, я вижу, что ты не понял игру.
смерть. У нас осталось 2 раунда, верно? Нет, нужно отгадать еще раз. Я о том же. Нам нужно выиграть еще 2 раунда. Это правда очень тяжело. Нам нужно отгадать 1 из 2 раундов правильно. 1, 2, 3. Готовы? Это действительно трудно. Это... Поняли? Где ты? Здесь, внизу. Подожди, внизу? Руки, подожди. 2 руки вместе. Подожди. Подожди, это оно, верно? Следующий. Что это? Что дальше? Сюда, вот он, руки, подожди, детали на руках. Руки вот такие. Как я вижу, мы все правильно поняли. Точно, точно. Что это? Следующий, следующий. Не могу сказать. Чимини. Кто это, Чимин? Полный гордости. Чимин, что это за поза? Не думай, что он прав. Можешь потрогать здесь? Правильный ответ — фейк лав. Правда? Еще один ответ. Он понял. Понял, понял. Было бы так смешно, если бы он ошибся после всего этого. Серьезно, я правда люблю тебя сегодня. Я начинаю. 1, 2, 3. Каков был ответ Шуги? I need you. Почему это I need you? Разве не было что-то такое? Смотри. Но это тоже похоже на I need you. Путаница с I need you. Из-за этого я подумал. Из-за этого. Я думал, что так. Ребята, последний вопрос. Кто отгадает, Шуга? Пусть будет Шуга. Готовы? Мы дадим вам легкий вопрос. Мы верим в тебя. Окей, давайте. Готовы? Black Swan. Готовы? Готовы? Вперед. Что это? Почему такие руки? Как это работает? Что это? Тогда сделай другую позу. Где он? Кто это? Если ты правильно понял, то ты понял. Ты не можешь ничего ему сказать. Не в этом дело. Это еще пока не выпущено. Кто это? Кто это? Это Чимин. Ты сможешь, у тебя получится. Подождите, мы это уже выпустили? Заводит двигатель. Понял, понял, не сомневайтесь. Обязательно прочувствуй, тщательно. В прошлый раз ты тоже так говорил, я ошибся. Нет, песня уже выпущена. Я даже знаю, какая это часть лирики. Готов? 1, 2, 3. Black Swan. Да, но это было слишком просто. Если бы он сказал «он», это было бы уморительно. Окей, миссии успешно выполнены. Это успех. Окей, ты молодец. 2 миссии, и они могут уйти домой. Может, хватит уже есть? Это снеки? Опять снеки? Там везде закуски. Там не все снеки. Мы не хотим закусок. Еще одна закуска. Нет снеком. Нет. Теперь снеки закончились. Десерты, давайте возьмем мороженое. Круто, мороженое звучит хорошо. Строганный лед им или мороженое? Мне мороженое, пожалуйста. Перерыв на следующую миссию. Игровая комната снова открыта. Вы, ребята, не измотаны? Есть такое. Мне нужно очистить только босса? Теперь, когда ты включил игру, тебе нужно дойти до сцены босса. Намджун, Юнги ждет. 141 очко. Успокойся, успокойся, пожалуйста. 95-й лайн также хорошо играет в игру. Почему людям это так нравится? Это... Окей. 150 баллов. Это не тот уровень, на котором я могу успокоиться. У Ви внезапно все стало хорошо.
Это слишком тяжело. Джин, ты сможешь пройти все этапы в течение дня? Я постараюсь. Тот, который... Почему людям это так нравится? Что это? В том возрасте, когда играть со слаймом так весело. Он продолжает расти. 150! Я смог, смог! Что, что? Получилось! Я иду! Получилось! Я иду! Вау, Арэм, это круто! Он дойдет до 200! До 200? 200! 210! Респект! Супер! Да! Может мне начать? Как гора с плеч! Безумие! Прям гора с плеч! О, Шуга начинает! О, эта песня потрясающая! 91 очко за первый раунд! Получается? Спокойно играй, спокойно. Давай, давай, ну! Давай! Плач радости. Было близко. Я вымотался к концу. Это было так близко. Взрывной рэп. Нужно идти домой. Вот микрофон. Ох, я так устал. Юнги со своими 149 очками? У меня руки болят. У меня болят руки. Он задыхается. Просто нужно сделать всего... Это всего за две попытки. Окей, я попробую после Юнги. Чувствую гордость. Давай, давай, ну! Срочно ищем танцоров. Хорошая работа. Круто иметь караоке-машину. Окей, давайте выберем следующую игру. У нас 3 успеха. Нам просто нужно выиграть еще 2 игры. Еще 2. Правда? Скатерть, которую нам нужно вытаскивать? Ну, это правда. Я могу сделать это хорошо. Нет, Чонгук молодец. Я могу делать такие вещи хорошо. Что нам теперь делать? Мы положим 5 бутылок воды на скатерть на столе. Да. Если вы вытащите скатерть, не опрокинув бутылки с водой, будет успех. Все 7 из вас должны попробовать. И... Пожалуйста, поставьте бутылки надежно для нас. 3 успеха, 3 раза. Если 4, я потерплю неудачу, несмотря ни на что. Проверим сценарий. Не нужно на меня рассчитывать. Должно быть 3 успеха из 6 человек. Посмотрим, как все пройдет. Нужно вытащить все сразу, верно? Готовы? Я попробую. Думаю, тебе нужно потянуть на том же уровне. Мне стало не по себе. Нет, если ты поднимаешь так, думаю, все будет хорошо. Нужно вот так. Это боулинг? Страйк. Это слишком жестоко. Эй, так не пойдет, верно? Кто следующий? Я пойду. Джин, Джин. Готовы. Готовы. Ребята, нужно вниз. Смотрите, мои мастерские навыки. Сразу никто даже не заметит. Вау, так не работает.
Я попробую. Дайте мне почувствовать. Есть ли видео, где кто-то успешно это делает? Мы можем посмотреть. Не думаю, что мы можем получить 3 за это. Думаю, даже 2. Так сработает? Пример видео, давайте посмотрим ролик. Вот как ты должен делать, Чонгук. Как я, Чонгук, как я. Одна линия. Я знаю, одна линия. Чтобы выиграть, нужно бутылки поставить в одну линию. Вот так. Эти люди тоже так делали. У нас ведь тоже много неудачных попыток, верно? Может, пусть у нас будут 3 человека? Неудачные видео. Может быть, у них был один успех после 100 попыток? А теперь для тебя. Для него было важно одно видео о том, как добиться успеха. Один успех после 13 попыток. 13 попыток? 4 из 7 — это слишком. Давайте 2 успеха. 3 человека. Давайте просто попробуем. 3 успеха. Тогда сначала. С самого начала. Начнем с чистого листа. Ребята, мы играем в игру. Все готово, как мне кажется. Из видео я увидел, что так лучше. Так лучше? Вот так. Все сразу. Давай, вперед. Чонгук, это просто попытка. Придется. Готовы? Ты спас хотя бы одну бутылку. У нас все упали, но ты спас одну. Дайте мне попробовать один раз. Чимин, у тебя все равно только один шанс. Давай, Чимин, вызов. Ты должен быть быстрым. Вызов. Ты должен быть очень быстрым. Чимин, ты готов? Ты сможешь. Скатерть застряла. Дайте мне попробовать. Шуга может быть очень хорош в этом. Пожалуйста, вызов. Вызов. Да, если скатерть не прямая, то бутылки упадут. Трое потерпели неудачу. Все, мы не можем победить. Трое из 4 должны выиграть. Ви, я верю в тебя. Ты сможешь. Нужно сказать вызов. Вызов. Думаю, у него получится. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Поклон. Здрасте. Все бутылки такие вежливые. Вы можете просто сказать, что он выиграл? Я не думаю, что смогу. Слишком близко к краю. Сделать невозможное. Слишком близко к краю. Ребята, это не имеет значения. Они все равно стоят. Ты встанешь так далеко? Хорошо. Угол выглядит хорошо. Джей-Хоп, вот оно. Быстро потяни. Сначала скажи вызов. Сначала ты должен это сказать. Вызов. Так близко. Оглянись. Оглянись. Это еще что за звук? Я думаю, что вместо того, чтобы подойти слишком близко, я думаю, мы должны выпить воды. Думаю, нужно отойти подальше. Давай. Давайте, позвольте мне сделать это. Думаю, у нас не получится, никто из нас не выиграет. Но у Джей-Хопа было не так уж и плохо. Сначала Джин, вызов. Вызов. Нужно схватить вот так. В этом есть смысл. Да, нужно взять вот так, чтобы получить больше энергии. И выпрямись здесь. Какой прекрасный поклон. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Привет. Кто остался? Ты закончил? Бутылки напоминают мне о нашем прошлом. Арэм, давай. Поклон 90 градусов у Бантан. Какую установку ты хочешь? Прямо. Здравствуйте. Намджун очень. Джин заставил бутылки поклониться лучше всех. Думаю, Намджун может снести. Вызов. Думаю, я понял. Я должен вытащить вот так. Если кто-то из нас может выиграть... Провал, мы сдаемся. Давайте еще раз. Привет. Я сдаюсь. Все, я больше не буду этого делать. Правило изменилось. Если 2 мембера преуспели, то они выиграют. Давайте быстро, 2 из 7. Если мы не сможем, то мы примем это и поклонимся. Окей, давайте закончим с Аньо Асайо. Закончим, поздоровавшись. Я могу просто пойти первым. Первые 2 мембера могут добиться успеха. Вызов! Я могу ему верить. Поехали. Не говори, что он сможет, говори наоборот. Провал. Дайте мне попробовать. Я должен проклясть его, чтобы у него получилось. Пожалуйста.
Здравствуйте. Привет, здравствуйте. Не могу. Дайте мне попробовать. Вызов? Думаю, я понял. Это нелегко. Это было супер близко. Так грустно. Хорошая работа. Ты можешь научить нас тому, что ты сделал? Своей тактике? Ну, даже если у одного получится, вы выиграете. Окей. Не хватайтесь за центр. Руки широко. Хорошо, поняли. Широко. Я тоже так делал. Да, вы должны потянуть вот так. Новый способ. Подождите, я не думаю, что это сработает. Потому что это просто увеличивает время стягивания тканей. Вызов. Вот так. Не дай ткани собраться. Не дай ей собраться. Опусти, когда будешь тянуть. Вот так. Поторопись. Шире и быстрее. Будь супербыстрым. Последняя упала. Этот способ совсем неплох. Так близко. Сколько осталось? Двое? Я и... Я тоже. Осталось три мембера. Мы сможем. Быстрее и тяни. Это верный путь. Вызов! Остался только Чимин. Я чувствую давление. Видите, как падают эти бутылки без опоры? Мы можем их поддержать. Те, где нет поддержки, падают. Вот так, все нормально. Это ткань, угол. Она раздавлена. Эти две постоянно падали. Раздавленные. Вы не починили раздавленный? В чем дело? Мы должны их поменять. Пожалуйста, дайте нам 5 бутылок. Если бы они не были раздавлены, мы бы уже выиграли. После этой попытки мы поклонимся. Включите таймер. Чимин, скажи сначала вызов. Ты сможешь, подожди. Вызов. Вызов. Хочешь, чтобы я стал легендой? Если тебе удастся, это станет легендой. Чимин, давай. Ты сможешь преуспеть сразу после изменения правил? Что получится? Пожалуйста, пусть он станет легендой. Смотрите! Вот видите? Я же говорил, что это была бутылка раздавлена. Вот как это работает. Шуга был прав. Дайте мне попробовать, я думаю. Это было легендарно. Этот строй — ответ игры. Какая драма? Что за драма? Кто хочет сыграть настольный теннис? Дайте мне попробовать. Вы можете идти домой. Мы позаботимся о том, чтобы вы пошли домой. Я сказал им строить планы после съемок. Ребята, что это? Еще раз. Когда вы проваливаете миссию, вы можете попробовать еще раз. Это... Внимание! Мы можем получить еще один шанс, если провалим миссию. Окей, хорошо, Тэхён, молодец. Особый проход. Хён, давай устроим турнир. 2-2, давайте поиграем. 5 очков за победу. 11 очков. 11 очков. Джей-Хоп, подавай. 3-0. 3-0. Мне стыдно. Нам нужно вырезать эту сцену. Пожалуйста, отредактируйте. Ни в коем случае, это будет шоу. Это точно будет шоу. Так просто. Как думаете, получится? Нет. Игра с бутылками закончена. А с другой стороны... Он не медитирует. Он заканчивает игру перед тем, как идти домой. Никто не может прикасаться к нему. Я сделаю это. Я зашел слишком далеко. Не пытайтесь выглядеть круто.
Ты хотел так сделать? Я хотел сделать вот так. 8-5. 9-5. Я проиграл. 10-5. Что? Что? Он попал в ракетку. Это значит, что ты проиграл. Я выиграл? Окей. Он попал в мою ракетку. Это так весело. Пинг-понг это весело. Попадает безостановочно. Край! 4-3. 203 очка. 203. Круто. Какой счет? 8-5. Отличная работа. Какой счет? 9-5. 9-5? У тебя 5? Да, 5 у меня. Давайте проведем матч на третье место. Я не хочу быть последним. 10-5. 11-5. Я выберу сейчас. Передача бутылок? Что это? Мятный шоколад. Передача бутылки с водой. Как в это играть? Мятный шоколад. Есть стол перед вами, и вы должны передать 3 бутылки между 6 мемберами. У вас 5 попыток. Если сможете передавать бутылки в течение 5 минут, победа. Как играть? Мне нужно передать ее тебе, верно? Потом я и Джейн. Мы должны передавать все сразу? Да, это так. Как это сделать? Вот так, передаем тебе, а потом мне. Тогда они ударяют друг друга. Нужно просто быть осторожными. Ви, попробуй. Они ударяются. Нужно предотвратить это. Такова игра. Давайте сделаем очередь. Сюда, сюда, сюда. Все одновременно. В то же время? Потом ты с нами. Ну, давайте потренируемся. Типа, пока я говорю, сначала мы, а потом ты. 5, 6, 7, 8. Пока я говорю. Работает. Все получится. Молодцы. Нет, ритм, ритм. Ты не знаешь 1, 2, 3? Мы один. Мы два. Ты продолжаешь говорить один. Это как вальс. На счет 3, поехали. Ну же, мы уже сказали 3. 3 нет. Должно быть 1, 2, 3. Ты должен подождать, пока не посчитают 3. Ты кинул вот так. Думаю, он. Я наблюдал за ним, а он... Музыканты определенно другие, не торопитесь. Как вальс. 1, 2, 3. Один, два, три, а потом мы свалим домой. Удачи! Это не шутка, игра важна. Сколько раз? Давайте потренируемся. Кто ударил по бутылке? Это не мы, это я, простите. Что-то странное. Опять. Что? 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 Что-то не так. Начинаем, пока вы не ошибаетесь. В чем проблема? Что? Игра становится быстрее. Темп слишком быстрый. Давайте медленно. Нам Джун будет. Бутылка Чонгука раздавлена. Такой темп. Не считайте быстрее. Помолчите. Все бутылки не разбиты? Внимание, это важно. Не надо быстро. Считайте про себя. Просто следите за его подсчетом. 1, 2, 3. Но в конце концов они ударяются. Сделай на счет 3. Это правильно, правильно. Это ад!
Нужно работать как машина. Как шестеренка. Давайте ориентироваться по Чонгуку. Сосредоточьтесь, это не шутка. Мы должны делать быстро. Вот так? Но... Они ударятся. Мы не можем сделать это в течение одной минуты. Бутылки разобьются. Давайте сделаем это. Вызов! Не говорите ничего, только РМ. Я хочу сохранить свой темп. Говорит только РМ. Если вы скажете что-нибудь, это испортит ритм. Позвольте мне сказать вам это. Я люблю вас. Просто посмотрите сюда. Хлопни руками. Давайте сделаем бантан, бантан, бан-бантан. Не разговаривайте. Мы справимся. Это важно. Давайте отнесемся к этому серьезно. Мама и папа ждут. Если удар слишком большой, то бутылка отлетит. Начинаем 5-6. Мы справимся. Край, ты испортишь ритм, если скажешь что-нибудь. Не говорите, чтобы сосредоточиться. Люблю вас. Давайте сосредоточимся. Не бейте по бутылкам, будьте осторожны. Давайте начнем. Вы готовы? Вызов! Сосредоточьтесь. Сосредоточьтесь. Был звук сигнала, все закончилось. Соберитесь, мы выиграли! Чонгука! Один, два, три. Было потрясающе. Мы выиграли? Да. Мы выиграли! Мы закончили так быстро. Все? Вы думали, что мы закончим в 9 вечера? Который час? Вы? Вы пойдете домой в 6 вечера. Мы справились на 3 часа раньше. Не радуйся, ты победил босса. Джин должен закончить игру. Ты должен закончить игру. Правда? Ты так сказал. Сдержи слово. Слова мемберов так же хороши, как гарантия, что BTS держит свое обещание, несмотря ни на что. Я останусь с тобой. Джин, присоединяйся к финальной сцене. Джин! Джин! Его разум уже в другом мире. Сегодня был очень веселый день. Вам было весело? Кроме тебя, я думаю, всем было весело. Какие игры мы играли? Это игра, скатерть, и еще как там... Как там ее? Думаю, это была лучшая командная работа. Я помню только баскетбол. Я чувствую, что наша командная работа стала лучше. Это было одно из лучших времен Далбанк. Было весело. Наши 7 лет. Наша командная работа. Я думаю, мы многое улучшили. Мы ясно видим, что мы команда. В любом случае, никто не понимает нас неправильно. В любом случае, Run BTS будет продолжаться. Run BTS! Отличная работа! Молодцы! Отличная работа! Спасибо за просмотр!